прошлом году выездные заседания Республиканской студенческой коллегии при Центральном комитете БРСМ состоялись на Могилевщине и Гомельщине. На этот раз ее участников гостеприимно принял город над Бугом. В двухдневной программе визита посещение Брестской крепости, экскурсия на одно из ведущих предприятий и даже областной этап конкурса «Королева студенчества». Но главная цель встречи со студенческим активом вузов города. Одна из них состоялась на базе Брестского государственного университета имени Пушкина и прошла в формате открытого диалога. Сегодня у нас очередное выездное заседание Республиканской студенческой коллегии при Центральном комитете Белорусского республиканского союза молодежи. Эта коллегия была организована в 2019 году. В нее входят представители всех высших учебных заведений нашей страны. Это ребята, активисты, которые проявляют себя в общественной жизни, активно развивают научную сферу. Приехало 35 человек с коллеги. Вот, это различных, это и силовых вузов, и педагогических, и технических, технологических. Поэтому очень здорово, что ребята могли пообщаться между собой. У нас на протяжении двух дней проходит серия открытых диалогов. Мы можем пообщаться и предоставляем возможность пообщаться ребятам с ректорами вузов. Мы можем посмотреть достижения этих университетов. И действительно, команде БРСМ университета имени Пушкина есть чем гордиться, так как именно здесь действует студенческий педагогический отряд «Новое поколение», который является лучшим не только в области, но и в республике. В целом, в Бресте широко представлено волонтерское движение. Так, например, студенты брестских вузов оказывали ощутимую помощь медицинским учреждениям, пожилым и одиноко проживающим людям в пик коронавирусной инфекции. Есть масштабные проекты, созвучные тематике года исторической памяти, которые были презентованы в рамках заседания коллегии. На нашем факультете существует гражданско-патриотический проект, который проходит 4 этапа. Первый этап – это подготовительный. Сейчас мы собираем группу людей, которая будет собирать информацию о своих родственниках, о людях, которые воевали, о детях войны. Следующий этап, он будет сбор вот этой информации и потом закрепление ее. То есть мы хотим издать как отдельный сборник рассказов о детях войны. Такие мероприятия, особенно формат открытых диалогов, очень интересные, потому что приезжают разные люди, представители Центрального комитета. Это всегда интересный опыт для студентов пообщаться, набраться опыта от ребят с других университетов и вот позадавать друг другу вопросы и получить на них ответы. Благодаря таким встречам можно отследить, как реализуется государственная молодежная политика на местах, по каким направлениям наиболее активно работает ведущая молодежная организация в каждом городе и отдельном вузе, какие уникальные проекты продвигаются в данных учреждениях и какие из них можно вывести на республиканский уровень. Кроме того, удается обменяться опытом, обсудить вопросы патриотического воспитания и общую ситуацию в мире, а потом практика проведения выездных заседаний будет продолжена.